В жанре бесконечных аркадных раннеров придумать что-то новое и оригинальное довольно сложно. Но создателям Nightmare Tower это определенно удалось. Перед нами, пожалуй, одна из лучших подобных игр последнего времени. В основу сюжета легла история о рыцаре, спасающем похищенных принцесс. Цель игры соответствующая – спасти всех дочерей короля и заслужить их любовь и признание. Игровой процесс Nightmare Tower совмещает в себе одновременно три разных игры. Это прежде всего аркадный раннер, рассчитанный на бесконечное продвижение вперед. Этому способствует заполнение башни лавой. Также это Doodle Jump, поскольку приходится постоянно искать точку опоры для прыжка в виде монстров. И наконец это Fruit Ninja, потому что рубить монстров это скорее необходимость, чем дополнение. Таким нехитрым образом и происходит прохождение игры. Каждая смена игровых декораций сопровождается спасением очередной принцессы. Присутствует в Nightmare Tower и магазин, где продаются полезные в нелегком рыцарском деле улучшения и бонусы. Сама игра стоит 99 рублей и более не потребует от игрока каких-либо затрат. Подробнее о замечательной игре Nightmare Tower вы сможете узнать в обзоре на iPhones.ru.